Колхоз «Красный пахарь» – старейший и самый крупный в Тувинской автономной республике. На его пастбищах десятки тысяч овец. Более 30 лет возглавляет это передовое хозяйство уроженец здешних мест Петр Васильевич Астафьев. За эти годы бывшие кочевники, выходцы из бедных арадских семей, стали подлинными мастерами своего дела. Осуществление социалистических преобразований в сельском хозяйстве – одно из важнейших достижений советской Тувы, недавно отметившей свое 50-летие.